районном центре Ташла продается участок 1 гектар с находящимися на нем нежилыми помещениями. Удачное место для постройки АЗС, торговых павильонов, гостиницы, кафе или рестораны. Телефон 21 97 64. Продается участок в поселке Ленина, Заречье. Телефон 93 57 57. Продается дом в Беляевском районе. Звонить 8 919 862 59 81. Ковная мебель, мангалы, ворота. Оренбургский профметалл. Телефоны 24 74 74 99 24 23. Печи банные. Телефон 42 60 08. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов, прием квалификационного экзамена и периодической проверки. Обращаться улица Донецкая, 131, телефоны 68 82 82 25 75 78. Требуются скотники и трактористы. Телефон 23-07-04. Требуется водитель на автобус, на заказ. Звонить 90-37-01. Требуется кладовщик. Телефон 28-30-20. Требуется скотник и доярка с опытом работы. Зарплата высокая. Жилье предоставляется. Телефон 8 903 395 58 58. Требуется помощник по хозяйству с проживанием. Желательно пенсионер из села. Обращаться по телефону 20 14 39. Требуются замерщики, монтажники и сборщики окон ПВХ. Телефон 92 11 26. В организацию требуются торговый представитель, продавец, колеровщик. Телефоны 54 03 20 8 912 345 71 61. Требуются рабочие на керамзитоблоке, поселок Южный. Звонить 92 21 06. Требуются охранники. Телефон 31 28 02. Организации требуются водители категории CE на БелАЗ, автомеханики, машинисты бульдозера, автогрейдера, автоэлектрики, автослесари. Вахта в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8 909 614 76 20. 8 905 899 59 83. 8 903 399 20 73. В булочный цех требуются пекари, кондитеры, формовщики, желательно с опытом работы. График 2 через 2. Зарплата достойная. Телефон 8 901 112 75 46. В круглосуточный магазин продукты требуется продавец. Телефон 27 75 28. В ТРЦ «Север» требуется продавец мужской одежды. Телефон 27 78 02. Требуется слесарь «Эрго» и слесарь «Сантехник». Звонить 8 932 536 39 80. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы и санитарной книжкой. Телефоны 8 903 395 64 31 или 25 64 31. В банк по улице Постникова 9Б требуется уборщица. Телефон 30 20 10. Требуются автокрановщики, машинисты АГП, машинисты крана-манипулятора. Рассматриваются кандидаты из других городов области. Звонить 8 922 557 65 87. Требуется оператор 1С на улицу Беляевскую. Телефон 44 77 81.
Круглосуточный магазин, продукты, требуется продавец. Телефон 46 17 57. Требуется продавец. Продукты. Звонить 8 987 788 33 62. В организацию по улице Комсомольской, 40, требуется уборщица. Телефон 30 20 10. Требуются лицензированные охранники. Звонить 90 31 91. Требуются продавцы. Телефон 55 04 98. На продуктовый склад требуются грузчики. Звонить 300 133. Требуется уборщица. Телефон 28 32 36. Требуются автомойщики. Телефон 28 65 75. В организацию по улице Кавказской, 2, требуется уборщица. График 2 через 2. Звонить 30 20 10. Требуются охранники. Телефон 28 01 05. Требуется дворник. Телефон 46 72 02. Работа на дому. Подработка. Звонить 450 455. В производственную организацию требуется слесарь-сборщик, требования, опыт работы с электроинструментами, столяр, станочник деревообрабатывающих станков, профильное образование, опыт работы. Звонить в рабочее время по телефонам 30 62 54 30 62 53. Требуется главный бухгалтер со знанием 1С «Бухгалтерия, производство и услуги». Телефон 8 922 861 94 19. Замруководителя с опытом бухгалтера – 35 тысяч рублей. Архивариус – 18 тысяч рублей. Телефон 90 88 60. Специалист по управлению персоналом – 30 тысяч рублей. Звонить 55 31 08. Замруководителя по кадрам 40 тысяч рублей. Торговый работник 30 тысяч рублей. Телефон 60 23 10. Сотрудники с медицинским образованием 25 тысяч рублей. Телефон 61 15 02. Управленец из малого бизнеса, доход от 40 тысяч рублей. Кадровик, можно без опыта работы, 18 тысяч рублей. Телефон 61 15 02. Телекомпания приглашает на постоянную работу администратора, юриста, системного администратора, звукорежиссера. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.